Обстановка Донецкой Народной Республики остается сложной и напряженной. Противник продолжает проводить комплекс безрезультативных дезинформационных мероприятий с целью введения нашего командования в заблуждение. Одновременно осуществляет перегруппировку войск и концентрирует ударные силы для наступления. Киевская хунта, договорившись о временном прекращении огня, использует относительно затишье для разведки боем на отдельных направлениях. Каратели продолжают наносить удары артиллерии по населенным пунктам республики. Их целью является провоцирование наших войск на ответный огонь, разрушение социальных объектов, а также жертвы и поддержание атмосферы страха среди мирного населения. За прошедшие сутки каратели 39 раз нарушили режим прекращения огня. Артиллерийским, минометным и танковым ударом подверглись населенные пункты Тельманово, Шевченко, Старомарьевка, Старомихайловка, Стыла, Таврическая, Спартак, Зайцево, Жабуньки, поселок Октябрьский, Новая Марьевка, Ясиновато, Белая Каменка, Петровский район, город Донецка и аэропорт. Огневое воздействие по мирным населенным пунктам республики велось в направлении Авдеевка, Гранитная, Старогнатовка, Богдановка, Красногоровка, Чермалык, Пески, Бахмутка. По территории республики выпущено 109 мин калибром 82 и 120 мм, 32 артиллерийских и 29 танковых снаряда. В результате обстрела погибло трое мирных жителей Донецка, Петровском районе 1, в Киевском районе 2. Разведка вооруженных сил Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать факты концентрации войск карателей в районах сосредоточения для наступления. Отмечена смена дискредитированных смертельными обстрелами населенных пунктов жертвами среди мирного населения подразделения 72-й отдельной механизированной бригады с подразделениями 95-й отдельной аэромобильной бригады. Установлено прибытие в район населенного пункта Вершина до линии соприкосновения сторон 9 км, колонны танков и САУ до 30 единиц. Западнее Гнутова 8 км до линии соприкосновения сторон. Выявлено местонахождение гаубичной артиллерии, САУ, минометов, личный состав. В Первомайском, 6 км до линии соприкосновения, подтверждено местонахождение огневой позиции артиллерии. Обращаю ваше внимание, что согласно докладу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 27 августа, украинские силовики снова грубейшим образом нарушили минские договоренности. Так, представители миссии зафиксировали 26 августа отсутствие в месте хранения отведенного тяжелого вооружения вооруженных сил Украины 12 самоходных гаубиц «Акация» калибром 152 мм. И 6 буксируемых противотанковых орудий «Рапира». В этот день каратели беспощадно обстреляли мирное население Горловки, в результате которого был убит один человек и 5 получили ранения. Несмотря на указанное бесчеловечное нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины, подтверждаем нашу готовность воздержаться от реакции вооруженных сил республики на провокации. Мы приложим все силы для полного выполнения наших обязательств по минным соглашениям, в целях стабилизации обстановки и установления мира. В случае агрессии киевской хунты, армия Донецкой Народной Республики ответит решительно и молниеносно для защиты населения республики.